первое слово для приветствия я хочу дать хозяйке этого прекрасного места, да, Ольге Сергеевне Комиковой, заместителя генерального директора Дома Новгородского музея-заповедника. Правильно я сказала? Здравствуйте, дорогие друзья! Действительно, подарок такой новогодний для всех нас получился. Встретиться накануне Нового года и забыть вот про всю вот эту сумасшедшую суету и окунуться в вечное. Я вас всех поздравляю с тем, что это случилось, с тем, что вы здесь. Для Великого Новгорода это особенная честь, ну и для Новгородской области быть домом такого писателя, вот, и в связи с этим собирать его почитателей. У вас будет в Новгороде 2 дня, и вот вам раздали карточки такие, вместо бейджи, да, где написано, что вы участник семинара, и раздали карты схемы Кремля и Ярославского дворища с обозначенными музеями новгородскими. Вот по этому бейджу вы можете ходить в свободное время, во время самообучения, по тем экспозициям, которые будут рядом, посмотреть Грановитую палату, посмотреть историческую экспозицию, зайти в Никольский собор на Ярославном дворище в рамках вот вашего участия в семинаре. Поэтому, пожалуйста, не теряйте ваши карточки, они вам в течение 2 дней пригодятся. Ну и не буду отнимать золотое время. Нам всем добрый путь и прекрасный год. Здравствуйте. Я очень рада вас всех видеть. И я предлагаю нам сразу открыть тексты. Потому что... Спасибо. Потому что мы будем работать с текстами. Прямо вот... Можно? А это совершенно у нас тут не случайно висит. Не знаю уж в какой момент, но я думаю, что мы поймем, почему оно тут было. Ну, вот. Да, и если у кого-то есть эти тексты в электронном виде, то это даже может быть еще лучше, потому что некоторые вещи нужно будет просто посмотреть как бы, по наличию слов, да, вот в тексте, чтобы ничего не пропустить. Вот. Значит, я скажу совсем немного слов о том, что, собственно, за текст «Униженная и оскорбленная», почему он нам особенно интересен. Ну, то есть с этих слов, да, почему он нам особенно интересен, можно, конечно, начать разговор про любое произведение Достоевского. Вот. Но все они будут интересны разными вещами особенно. Вот, «Униженная и оскорбленная» интересна особенно тем, что это первый роман, который Достоевский пишет не просто после каторги, а еще и после ссылки, как бы уже вот, на европейской почве. То есть, на самом деле это роман, который пишется практически параллельно с записками из «Мертвого дома». И вплоть до совсем недавнего времени, это да, это вот 61-62 год. Вот. И до недавнего времени мне казалось, что соотношение этих текстов примерно такое. «Униженная и оскорбленная» как бы закрывают предыдущий период, а записки из «Мертвого дома» начинают все новое. На самом деле, за последние 1,5 недели я выяснила, что это 2 параллельных текста, которые в некотором смысле действительно начинают все ново. Вот. И в этом смысле особенно интересно «Униженная и оскорбленная», потому что, с одной стороны, это текст, который прямо отсылает, да, абсолютно неприкрыто отсылает к первому роману Достоевского
который вообще был им создан, да, там Ваня, как бы все аллюзии Вани на свой первый написанный роман, то мы прекрасно понимаем, что это вот прямо аллюзии, да, на бедных людей. Вот, там просто даже сюжеты пересказываются из бедных людей. А с другой стороны, в тексте униженных и оскорбленных возникают прямо сюжеты романов Достоевского следующего периода. В том числе, конечно, самый очевидный, а скажите мне, какой самый очевидный? Нет, самый роман следующего периода. Смелее, смелее. Да, ой, я забыла напомнить, что мы не боимся говорить глупости, да? Как бы не... А где преступник? Кто сказал? Вот. Покажите, пожалуйста, где идиот? Мне кажется, что вот эта вот линия человека, который любит женщину, которая любит другого, и вот это мучительное отношение, это Иван, Дмитрий и Екатерина Ивановна. Вот я вот это понимаю. Слово «идиот» кто сказал? Скажите. Ага, спасибо. Скажите, что там из «идиота»? Ну вот Алёша, человек Христос. То, что он мечется, герой мечется между двумя женщинами. Там сцена прямо есть из «идиота». Там есть сцена встречи двух соперниц. Вот. То есть, понимаете, это все, что мы называли, да, оно там тоже есть, но это как бы вот такие вот линии там, которые нам нужно проделывать некоторую интерпретационную работу для того, чтобы сказать, да, вот это как это, вот это как это. А это прямо взято и потом перенесено в роман «Идиот», и чрезвычайно интересно в связи с этим, что это перенесено в абсолютно узнаваемо, а с другой стороны, там все совершенно другое. Вот это то, что Достоевский умел делать совершенно великолепно, да, то же самое и совсем другое. И вот в этом смысле интересно, с чего начинается его вот это вот рассуждение о такой возможной встрече, как бы, тех, кто по любым человеческим представлениям должен быть максимально враждебно друг другу настроен, да? Вот. И то, что в «Идиоте» оборачивается катастрофой, здесь происходит. Как бы вот эта вот встреча, вот этот вот разговор, вот эта вот взаимная любовь, казалось бы, жестоких соперниц, да? Причем для одной из них вот это вот то, что произойдет, это как бы ну, крушение всей ее жизни. Вот то, на что он, так сказать, решается, соглашается, там как бы уступая Кате, а с другой стороны не уступая Кате, а как бы решая вместе с Катей, да, что счастье Алёши это... Да, раз вы его любите, да, то его счастье вам должно быть дороже всего. Конечно, говорит Наташа и Катя, потому что она приготовилась к долгому обсуждению, значит, почему, как бы и как, да, а оказывается, ничего не надо обсуждать, все совсем согласны. То есть оказывается, что именно вот это настоящий принцип бытия человека в мире, и как бы он здесь уже проявился. Вот. Итак, значит, роман на вот таком вот, на такой вот встрече того, как бы, что шло с одной стороны, да, вот этого творчества уже готового Достоевского, а с другой стороны, как бы, вот такой вот первый приступ, что ли, да, к тому, что, к тем новым идеям, которые пойдут отсюда, из этой точки. Вот. Хорошо. Теперь я хочу, знаете, что сделать? Я хочу, чтобы мы сейчас все попробовали сказать буквально в двух предложениях, ну вот ответить прямо на вот этот школьный вопрос. О чем роман Достоевского «Униженный и оскорбленный»?
Вот, я потом тоже отвечу, честно. Вот, то есть давайте просто мы все это сделаем, чтобы мы зафиксировали точку начала, откуда мы идем, да, что мы, так сказать, увидели до того, как мы начали с вами все это обсуждать и открывать друг другу те смыслы, которые, да, без каждого из нас нам всем будут недоступны. Давайте прям с Софьи Львовны начнем, раз уж. Два предложения максимум. В каком-то смысле о любви, о самых разных ее проявлениях и аспектах. Так, хорошо, и зафиксировали. И о плотской, и о Богу, и так далее. Так, Ирина Николаевна. О жертве ее бессмысленности. О жертве ее бессмысленности, да? Так, Антон. Я то сказал, что о любви. О любви. Так, ну давайте прямо вот так вот передам. Поехали. Для меня, с одной стороны, о такой, слово плохое, страшной жертвенности, да, самопожертвованию, с другой стороны, о таком же страшном, наверное, эгоизме. Угу. Так, спасибо. Ну, сюда прям не останавливайтесь. Я тоже думала о самопожертвовании. Угу. Еще, наверное, отношения детей, родителей. Это мы зафиксируем, да, смотрите, любви в разных смыслах, да, о самопожертвовании, но, наверное, еще об отношении детей и родителей. То есть мы начали с того, что мы как бы видим это как отдельные какие-то, как бы, сферы, что ли, да, любовных отношений. Мы это зафиксируем сейчас для себя. Продолжайте, прям не останавливайтесь, пожалуйста. Сколько у меня смысла вообще? Чуть громче можно? Или микрофон на всякий случай должен? Учителей-то поставленные голоса. Смелее! Это все очень важно и очень интересно. О том, что любовь может быть разной, и это не значит, что она больше или меньше. Угу. Спасибо. О любви, гордости и самопожертвовании. Так. О чувстве вины и об умении прощать, способности прощать. Угу. О неизбежности потерь. Я бы сказал, что это о определенных предрассудках в области чести, о самовлюбленности и о гордыне. Угу, спасибо. Ну, кроме всего прочего, это еще, наверное, роман в какой-то степени о писателях и писательстве. Угу. Когда разворачивается история написание уже одного романа готового и параллельное создание еще нескольких романов получается. Считаю, что о глупости как в человеке, так и в человечестве в целом. О глупости, да? Хорошо, спасибо. Я думаю, что это произведение, оно описывает жизнь людей, проблему эгоизма и само взаимоотношения между людьми и поколениями. Угу, спасибо. Да, мне кажется, что этот роман это тоже о гордости, это все, что перечислили, но еще вот это просто новое мне ощущение, как будто это о том, что вот жизнь в человеческой все как-то так бывает карикатурно и очень антигармонично. Вот. Нет баланса никакого. Угу. Не гармония жизни, а не гармония жизни, да? Угу, спасибо. Продолжает линию о беззащитности человека. Угу. Вопрос к читателю. Могу ли я простить, могу ли я понять? Угу. То есть роман целиком обращен к читателю, это главное, да? Угу, спасибо. Ну, да. Для меня все романы Достоевского, они о природе человека. Угу. И после вашего вопроса первая пришла цитата из романа, сколько я ее точно не знаю, воспроизводит. Боже, какие, Господи, какие же мы дети. Угу. О человеке, как ребенке Господа. Угу. Мне кажется, роман о том, как люди по-разному реагируют на какое-то проявление несправедливости к ним. Угу. Спасибо. Мне кажется, что это роман о связанности людей, что все оказываются детьми друг друга, родителями друг друга, о том,
как мы вот все в этой какой-то паутине находимся, как эти наши истории, они не только наша история, но не только моя, но это история всех. И что мы никак не оказываемся отдельно, хотя мы все как будто там все очень эгоисты. Угу. Я уже сказала, любви, о любви как самоотдаче, о любви как обладание, но также то, что вот эта первая позиция, вот эта любовь как самоотдача, как настоящая любовь, это достигается через какую-то, то есть что-то надо ломать, чтобы угу. это настоящее состояние достиглось. Угу. Я сказала о диалектике между гордостью и признанием любви. Угу. Я бы сказал, это чтение о перерождении человека, о воскрешении его души. Угу. Спасибо. Я бы тоже сказала, что это о человеке в самом большом его смысле и о том, как жить человеку, то есть как что такое вообще человек. Как бы, исходя именно о том, что говорили о любви, то есть мне очень важно это отношение любви и человека. Отношение любви, то есть отношение человека как вообще, да, и любви, или отношение человека в любви. Отношение человека в любви. В любви. Угу, спасибо. Я бы сказала, что о любви, о эгоизме, о всеродстве, о страхе. Угу, спасибо. О любви как о возможности рая. О любви как о возможности рая. Да. Угу, спасибо. Угу. Я со всеми соглашусь. Только сегодня нового увидела, но я роман перечитывала второй раз в жизни, и так как я занимаюсь филологическим романом, я вдруг поняла, что я пропустила роман «Униженный и оскорбленный», потому что там тоже о писательстве. И вот эта фраза главного героя, когда он говорит, писательство – это трудная работа. И вот я с этой уже фразы начинала читать его как филологический роман. Угу. Такое открытие. Спасибо. Спасибо. О человеке, о любви, вот, и о людях. А простите, о человеке, любви и? Человек, любовь и люди. Mm-hmm. О том, что ошибку можно исправить, но нужно успеть это сделать. Mm-hmm. Попытка как-то переосмыслить и понять, почему же счастье оказалось невозможным. Mm-hmm. О людях, о любви и о гордости всегда ли она нужна. Угу, спасибо. Ну, кроме всего вышесказанного, мне кажется, роман о пересечении судеб. Угу. Длиннейшая стала переосмыслением библейского сюжета о блудном сыне. Угу. Попробую совсем перевоспринимать. Угу, спасибо. Перечитывая я от названия, да, психологии униженных, оскорбленных. И, конечно, вот слово эгоизм, которое и звучит и в романе, и, наверное, то, что нужно уметь видеть, понимать другого человека, вот о какой-то зоркости души, что ли, сердца. И вот опять же, писатель, наделенный такой способностью у Достоевского. Угу. Спасибо. А стремление человека избежать одиночества. Угу. О том, как человек может чужие желания и мечты уступить чужим желаниям и мечтам, а свои так, как-то задавить и скрыть. Ага, то есть как бы своими пренебречь, да, и начать следовать чужим желаниям и мечтам, да? Угу. Ну да, о любви и эгоизме, и как бы выборе между этими. Угу. Ну, для меня это роман о природе человека, конечно, тут уже говорили об этом, вот о том, что такое человек, и человек не сам по себе,
в отношении с другими людьми. Угу, спасибо. Я думаю, что о жертвенности и гордости. Угу. Помимо прочего, это, наверное, еще роман о проблеме отцов и детей. Угу, спасибо. Ну, мы уже говорили о бескорыстии и вероломстве. И в очередной раз убеждаешься, что Достоевскому не страшно и говорить и о каких-то бытовых мелочах, о бытовании человека. Да, вот не просто природа, духовная природа, а именно бытование человека. Материальная сторона тоже его как-то беспокоит. Угу, спасибо. Мне кажется, что это роман о какой-то жуткой дисгармонии человеческой природы, которая всегда стремится к гармонии, на самом деле, к счастью. И по пути к этому счастью вот, проявляет себя как очень такая дисгармоничная полумудрость. Спасибо. О жалости к себе и к другим, и о человеческой боли. Угу. Ну, для меня это любовь как мост между земным и небесным. И что несовершенство мира, в общем-то, получается из тех шор, которые накладывает на человека за собственный эгоизм. Угу. Я посмотрю. Хорошо. Так, спасибо огромное, да? Смотрите, мне кажется, это было чрезвычайно интересно для всех. И, в общем-то, я думаю, что мы практически все линии выделили основные. Что еще нам нужно сделать вот как бы в подготовке к следующему дню? Я даже сначала подумала, что у нас все-таки, наверное, мы не очень удачно составили расписание, что вот полтора часа только поговорим о романе в первый день. А потом я подумала, что нет, мы очень удачно составили расписание. Потому что мы говорим вот эти полтора часа, а потом у вас будет время его пересмотреть, как минимум, если не перечитать. Вот, потому что сейчас станет понятно, что мы без текста никуда вообще не денемся. Вот, давайте теперь посмотрим. Вот сейчас мы, да, со самой верхней точки птичьего полета как-то, да, мы писали вот о чем, да. А теперь давайте посмотрим, как он пишется. Прям давайте откроем первую страничку. Вот. И так, с чего начинается роман, скажите мне, пожалуйста. С названия. С названия, хорошо. А первое название – записок неудавшегося литератора. Ага, записки неудавшегося литератора. Кстати, это очень важно, потому что... Мы увидим как бы в ходе, я думаю, почему именно и почему неудавшегося. Шароман-то вообще написан как бы, да, а тем не менее литератор неудавшийся. Вот. Хорошо, там дальше еще есть роман в четырех частях с эпилогом, да, часть первая, глава первая и так далее. И все-таки с чего начинается сам текст? С даты. Совершенно верно. Как вы думаете, это что-нибудь вообще значит? Да. Да. А что это значит? Состояние. Нет, я сейчас не спрашиваю, что значит дата. Я спрашиваю, что значит вообще, что роман начинается с даты. Это характерно для исторического романа. Это характерно для исторического повествования. Или когда роман претендует на отдельную полную записи. Это может быть и так, но это может быть и не так. Нет, я просто как бы... Да, совершенно верно. А вот что значит точно, что вот если роман начинается с даты, то это какое-то послание читателю. Какое-то послание читателю?
Что это правда, да, вот уже скажешь, да, что это исторический или дневниковый, а еще какой-то послание считается. Смотреть, что за дата. Что за дата, что в этот день происходит. Смотреть, что за дата, но не только. Это, с этого начинается весь текст. Что текст, это какой-то путь, который через какие-то даты. Через какие-то даты, совершенно верно. Что в романе важно время. Но вот если это буквально в первой строчке, да? Конечно, совершенно справедливо. Это значит, что там, это, во всяком случае, это может значить, что это исторический текст. Это может значить, что это и дневниковые записи, потому что вот они пошли сразу по времени. Да? Это может значить, что там мы должны, безусловно, это значит, что мы должны понять, что это за дата конкретно. Вот. Но прежде всего, это значит, что в романе вообще важно время, и важны вот будут все даты. А если мы уже на это сейчас обратили внимание, то мы сразу вспоминаем, даже если мы только один раз прошли, что там целая серия дат, и мало того, там постоянно идут отсчеты, да? Вот у нас была дата, а дальше 5 дней туда, 5 дней спустя, да, там еще сколько-то спустя, а потом раз, послезавтра Пасха, помните, да? А потом раз, и середина июля. А теперь можем уже посмотреть, да, совершенно справедливо, 22 число – это день в притяжении на самом деле. Тут нельзя сказать, что это именно солнцестояние. Солнцестояние по новому стилю – 21 марта, а по старому стилю – оно, да, как бы вообще уже где-то в апреле, да, у нас. Будет. Вот. То есть это не фиксированный на солнце день, но да, это совершенно справедливо, что это тот день, который обозначен, во всяком случае, в юлианском в григорианском календаре, да, как день на следующий день после дня весеннего равноденствия. Не солнцестояние, да, равноденствие. Когда, что произошло? Когда тьма и свет, как бы, совершенно, нет, через некоторое время будет не Сретение, очень быстро там притяжение будет что? Благовещение, совершенно верно. То есть это вот этот вот момент преодоления, да, преодоления тьмы. Это тот момент, когда вдруг свет получает над тьмой уже превосходство, да? Потому что до этого он идет, как бы постепенно наращивая силы и выравниваясь. И мы видим, что текст начинается не только с даты, но еще и с описания. С описания чего? С описания луча света. Татьяна Александровна, 22 марта – это же день 40 мучеников Всевастийских. Это по новому стилю. Вообще тут как бы тут надо, тут вот еще, кстати, вот спасибо, что вы это сказали, потому что очень важная вещь. Мы же периодически наталкиваемся на даты и начинаем все-таки, ну мы уже знаем, что дата что-то должна значить, да, и начинаем думать, что бы она могла значить. И дело даже не в том, что мы там можем перепутать календари. Дело в том, что мы вот в нашем стремлении означить как-то дату можем привлечь материал, очень богатый сам по себе, но который не будет встраиваться в текст, работать в тексте. Вот. Поэтому и таких работ масса появляется, что вот это такой-то день. И дальше либо начинается еще в лучшем случае фантазия автора, потому что это, ну, это хотя бы видно, что человек пытается хоть как-то это связать с текстом, да, пускай это фантазия. Вот. Либо он даже уже не пытается, потому что он так рад, что он нашел значение даты, что как бы все. Вот. А это очень важно, потому что вот все вот эти вот вещи, которые мы находим, мы их склонны сначала означить не из контекста произведения, а из контекста, который есть в нашей собственной голове. Это
абсолютно общее человеческое свойство. Это первое, что мы делаем при чтении. Вот. И нам просто надо знать, что мы это делаем. Вот. И как-то себя ловить и говорить: так, молодец, там девочка, мальчик, ты классно все придумал, но теперь давай смотреть, оно вообще работает или нет. Это, то есть, это наш общий с писателем контекст. Или это я сейчас сюда свое притащил, а у него там что-то совсем другое. Вот. Это очень важный принцип, если мы хотим действительно понимать текст, а не заниматься эйзегезой, то есть тоже почтенное занятие, когда мы, так сказать, надстраиваем над текстом свои прекрасные леса. Вот. То есть, ну, это как бы вот такая творческая работа, да, но это не работа понимания. Вот их надо различать очень четко. И вообще, как бы здесь очень важный принцип: при работе с пониманием мы себя постоянно должны ловить. Ну, за все места, даже за руки там. Вот. Потому что мы очень склонны увлекаться. Склонны увлекаться в каком смысле? Это опять-таки абсолютно общечеловеческое свойство. Состояние незавершенности интерпретации. Это, если хотите, это просто еще наш рептильный мозг какой-нибудь там вообще так настроен, потому что для того, чтобы начать действие, нужно быстро по одному кусочку реальности создать некую целостную картину, иначе мы не сможем начать действие. Вот. Ну, понятно, да, потому что если у нас незавершенная картина, мы не вполне понимаем, кого кусать, куда бежать, с кем, наоборот, можно сразиться, да, где у нас убежище, где что. У нас нет карты. Поэтому мы по любому куску стремимся немедленно достроить всю карту. Вот. И это то, что мы делаем по дефолту все время. В общении, в суждении о людях. Нам сразу надо как бы дойти как бы путем заключений до того, чтобы встроить какой-то там внезапный кусок, который мы выключили в жизни человека, в некую устроенную картину и сказать: ну вот значит он такой. Ничего не значит. Но мы не можем не дозаключить. Вот в этом, кстати, еще вот это вот смысл запада, не судите, да? Потому что мы всегда судим с недостаточными основаниями, то есть мы выстраиваем, помимо всего прочего, ложную картину, в которой мы сами же потом заблудимся. Вот. Судить, вот в этом смысле, да, в котором она говорит, не судить, это так сказать, превышать возможности интерпретации, которые у нас есть на данный момент. Вот. А когда мы высказываем целостное суждение в жизни особенно, мы их всегда превышаем. Потому что мы всегда не учитываем массы параметров. Вот. Значит, таким образом, мы внимательны к нашему первому импульсу, ну, потому что как мы к нему можем быть невнимательны. Но мы знаем, что он подлежит самой жесткой проверке нами же самими, потому что с большой вероятностью это, во-первых, то, что мы принесли в текст, а не то, что там было изначально. А во-вторых, даже если наши с автором контекста совпали, что очень хорошо, вот, то там, то, скорее всего, мы еще на пару шагов как минимум поспешили с ним попытаться. Вот. Да, пожалуйста. А вот степень доверия к рассказчику растет. Ведь это же ретроспекция. Так, если можно, чуть погромче, потому что я не уверена, что в слове. Или могу вот погромче. Степень доверия к рассказчику растет, потому что вот прошлого года уже сам рассказчик, он же переосмыслил уже все это. Вот, наверное, тоже важно, что прошлого года. Спасибо большое. Да, это все очень важно еще и потому, что здесь у нас время, которое всегда, спасибо вам огромное за это наблюдение, дано не в одном слое. С одной стороны,
и этот человек начинает рассказывать, как будто, вот, так сказать, прямое течение событий, куда потом будут включаться еще ретроспекции, да? Но на самом деле даже вот это прямое течение событий уже ретроспекция. То есть он как бы, с одной стороны, ставит нас в позицию, где он рассказывает прямо, и как будто ничего дальше еще не произошло, и может случиться все что угодно. А с другой стороны, мы почти с самого начала знаем, он это оговаривает, что на самом деле все уже случилось. И вот здесь вообще открывается одна из находок Достоевского, которая, кажется, именно в этот момент происходит. Потому что, вот смотрите, с того, что я описала, совершенно четко опознается вот тот вечный вопрос о соотношении свободы и предначертанности в человеческой жизни. Вот. Потому что, да, с одной стороны, все может пойти как бы любыми путями. Герои, как бы о героях рассказывают вот в этом состоянии, когда как бы они могут развернуть свою жизнь в любом направлении. А с другой стороны, мы уже знаем, что все уже свершилось. И мы видим, как это абсолютно никак не умаляет их вот этой свободы. Я понятно говорю здесь, да? Угу. Вот. То есть, с одной стороны, есть уже некоторое целое, которое уже там вполне завершено, как бы последняя точка в истории стоит. А с другой стороны, все может происходить на наших глазах, и мы ощущаем вот эту вот свободу повернуться в любой момент, в любом направлении. Вот. Вот оно как бы, да, как мы опытным путем переживаем вот это вот непостижимое для ума соотношение, да, того, что как бы Бог видит, да, уже все, и прошлые, как бы, и прошлые времена, и будущее. Для него вот так вот автор, это же всегда такой ох для своего текста, да? Вот, и пожалуйста, вот для него все открыто, а все стороны, он все это видит. А с другой стороны, это ни в одном моменте не умаляет вот этой свободы Божьей. Вот. Что еще мы узнаем буквально с первых строк? Он болен. Он уже начинает кашлять. Совершенно верно. То есть уже есть некоторое понимаем, что сейчас, из той точки, в которой пишет этот роман, он болен тяжело. Но это уже тогда начинал грустно кашлять. То есть это вот точка, в которой он начинает болеть. А сейчас, видимо, все плохо. Ну, совсем тяжело. И мы скоро найдем, да, подтверждение. Да, в тексте. Поэтому мне вот это такая попытка именно переосмыслить перед концом жизни, возможно. Совершенно верно, да. И мы это тоже скоро почти прямо в тексте высказанное, да, увидим. Потому что вот он оставленный на этой больничной кровати. И это не то, что в конце, а это очень быстро появится. Вот. То есть это вот этот самый еще как бы. Буквально, да, вот этот вот подводящий итоги, как бы, взгляд, еще раз одновременно не ограничивающий никого ни в каком моменте. Вот, как бы с этим ощущением постоянной возможности, да, и чуть ли не последние строки, да, как мы могли бы быть. То есть, да, то есть как бы все это вообще могло бы быть еще и иначе. И все, что да, все, что произошло, это как бы вот это как бы один пройденный путь, а еще, оказывается, есть вот это могли бы быть и все иначе. Так, ну и еще последний момент, который мы можем выжать буквально с первых двух строк. Это Петербург, да. Хотя это уже, наверное, там третья или четвертая строка будет. Вечером происходит действие. Такая акцентуация я рассказчика. Я рассказчик.
Квартиру ищет, совершенно верно. И еще одна штука. Он просто ищет квартиру, а ищет квартиру, где может быть один. Не под вот этот найм от жильцов, да, а быть одному, пусть маленькой, но одному. Ага. То есть он ищет квартиру. Спасибо огромное. Он ищет квартиру на особицу. Это очень важно. Потому что он ищет квартиру на особицу, а происходит что-то совсем-совсем другое. Вот. Но, да, совершенно верно. Еще один момент. Случилось пристранное происшествие. Все начинается с пристранного происшествия. На самом деле, если бы мы, и там, я вообще не помню постановок униженных и оскорбленных, честно говоря, но если представить, как мы ставим этот фильм, то, скорее всего, и даже если мы просто читательские воспоминания, то, скорее всего, мы начнем воспоминания с какого-нибудь ухода Наташи из дома, да, вот у нас это фиксируется, как какая-то начальная точка. Там, ну, вот на начало, как бы, разворачивание романа, да, крушение. Фильм, по-моему, так и есть. Фильм же есть. Вот, я же помню, что я как бы это не сама придумала, а прямо видела, да, как это сделано. То есть, и это очень логично в соответствии с читательским воспоминанием даже об этом тексте. Вот, что, да, как бы история любви, и тогда она начинается, как бы, как, где-где. А она начинается совсем в другом месте. И она начинается с пристранного происшествия. Вот сейчас это пристранное происшествие мы дополним еще одним концептом. У кого есть электронные варианты текста, посмотрите, пожалуйста, сколько раз и где употребляется слово «мистический». Вот. По запросу не целиком слово, давайте «мистич» какой-нибудь, потому что там будут... Пять раз у вас? Больше, два раза. А где? Нет, пять раз где? Покажите так. Это в зависимости от электронного формата. Это как? Хотите сказать, что там количество слов меняется в зависимости от... Комментарии не смотрите, только сам текст. Да, комментарии, да, надо смотреть именно вот, то есть надо просмотреть, что у вас выскочило, а не общее число, да? Вот. Сколько тогда получилось в тексте? А? Это на мистич, а на мист? Семь. А? На мист семь. Семь? Опять, наверное, смотрите с комментариями. Тогда шесть. Если с комментариями, то шесть. Если без, то семь. Как это есть? Ну, наоборот, да. Это есть мистический. Четыре раза. Совершенно верно. Потому что на мистику тоже не надо брать. Да, нельзя, не надо, да. То есть надо еще пробел перед мистом для правильных запросов. Совершенно верно, четыре раза. Причем четвертый будет созерцательный мистицизм вот этой вот самой дамы, и мы его пока отложим, мы его не забудем, он нам понадобится. Вот. Но посмотрим первое. Три раза. А первый раз еще есть «я не мистик». Да? Вот, да. Вот с этого и начинаем, да? То есть сначала это как отрицание. Я не мистик, но происходит вот это. Странное событие, да? Какое странное событие «я не мистик»? Встреча со стариком. Да? Вот это вот как бы событие. Вот. А следующий раз... Мистический ужас, когда моя болезнь по ночам. Да, да, то что там происходит-то? Он ждет чего? Он ждет опять прихода старика, и он предполагает, что сейчас
Он обернется, а там открывается дверь, он оборачивается, дверь действительно открывается, и появляется Нелли. А дальше третье употребление слова «да». Она сказала, спросила, где дедушка, и весь мой мистический ужас с меня соскочил. Вот. То есть, у нас есть два события, которые автор явно связывает с чем-то мистическим. И это два события – появление старика и появление Нелли. Вот. Причем, если бы мы так сейчас вот не просмотрели, не проверили, да, в принципе, мы могли бы или вообще сказать, что там особо ничего мистического не происходит, в зависимости от нашего, да, умозрения. Ну, что, история любви, да. Вот. Либо сказать, что, ну, там вообще может быть там, да, много всего такого, да, таинственного, мистического и так далее. Вот. Но это только два раза. При появлении вот этих вот двух существ. И теперь давайте попробуем понять, что же это такое, что делает их мистическими. Давайте-ка ваше предположение, почему, да, не там, вообще вся эта история, между прочим, сложная, да, все, весь этот ужас, как бы, происходящего, все эти встречи, которые, казалось бы, предназначены, весь этот мрак князя и так далее. Да там слово «мистический» можно во всех местах надыкать. А тем не менее, это только два раза, и это только встреча с двумя, казалось бы, существами вообще боковой линии повествования. Да? Я вот сейчас сказала это слово, да? Нет, понятно, что да, должен сказать. Но если мы посмотрим вот этим вот, так сказать, первым читательским взглядом, да, то есть как бы явно не, да, ну что у нас центрально, понятно, там страсти, герои, там, да. А так совершенно справедливо, потому что это слово «мистический» как раз нам указывает на центральные точки, на самом деле, того повествования, которое мы сочли повествованием совсем другим. Потому что мистический – это в данном случае впрямую выговоренное Достоевским слово, которое потом будет появляться и в его романах в совсем других видах, типа «не понимаю, почему я это сказал» и «зачем я это сказал» – непонятно, да? Это будут маркеры того, что здесь как бы соединяются, что здесь как бы вот этот вот событийный сюжет переходит во что-то другое, да? А здесь он еще прямо очень изъясняется. Мистическое событие, да? Встреча со стариком, мистическое событие, появление Нелли. Тогда у нас совершенно другая картинка, даже сюжета. Не говоря уже о том, да, что все начинается, весь текст начинается именно из этой вот исходной точки, из встречи со стариком. Из встречи со стариком, да, причем свет появился, свет ушел, и дальше появляется вот это вот странное создание. Пожалуйста. После первого упоминания мистического ужаса он ждет привидения Смита. Но когда Смит реально появляется, вот в последние там свои часы жизни, он ведь тоже похож на привидение, на живого мертвеца, на выход со второго света, не знаю, как это сказать. А теперь давайте точно подумаем, на что он похож. Это про собаку, да? Вот, это не хозяин Мефистофель, это собака Мефистофель. А собака Мефистофель – это ведь очень интересная ситуация в Фаусте. Потому что он, да, Мефистофель появляется как пудель, как собака, потому что он как бы в своем настоящем виде еще пока не может вторгнуться вот в эту вот область. Фауст еще, так сказать, он не дал согласия на встречу с ним. Вот. И поэтому вот собака бегает вокруг него кругами. И он понимает, что это не просто пес, это Фауст. Все, сейчас все пока про Фауста. А тут совсем другая картинка на самом деле, пока. Смотрите.
Прям давайте тоже в текст опять, потому что там все очень важно. Тут есть одно очень странное высказывание. Так, сейчас я его уже... Ну, во всяком случае, как минимум два раза в начале это описание. Встречается слово с корнем «клей». Приклеено, наклеено. И они приклеены друг к другу. Собака с человеком приклеены друг к другу. Mm-hmm. А еще... И афиши, что ли? Не-не-не, там все гораздо хуже. Кожа наклеена на кости. Причем смотрите, какая странная штука. То есть, ну как мы можем, у нас есть масса возможностей описать худобу. Ну вот это какая-то совершенно неожиданная. Кожа наклеена на кости. А теперь вспомните еще один момент, чтобы нам тут что-то стало ясно. Хоть немножко, ну я надеюсь. Что предлагают добрые немцы? А то есть чучело. Чучело сделать. Они предлагают, да, шушель. Вот, чтобы что? Чтобы сохранить любовь. Потому что вот они видят вот эту любовь, и чтобы сохранить любовь, они предлагают этот шушель. Угу, давайте. Так собака, получается, где-то собака матери Нелли. Ага. Она и является вот тем, что он не принимает дочь, но как приклеенный ходит с этой собакой, он любит. Но он не может принять эту любовь, а теперь ее и отдать некому. Вот. То есть они уже... родители, собака и девочка. На самом деле они уже в первом появлении вот это чучело любви, да, такое. Приклеенная вот эта кожа на костях, приклеенная собака, которую, кстати, как зовут-то? Азор. Азор – это анаграмма, то есть даже не анаграмма, а перевертыш, да, слово «роза». Вот. А мы же не знаем имени матери Нелли. То есть, скорее всего, во всяком случае, мы очень даже мистически можем предположить, что ее звали Роза. То есть они уже, вот эта вот картина, вот этой вот как чучело любви, да, вот. Причем, заметьте, Достоевский еще там меняет радикально привычную нам схему. Привычная нам схема какая? Умер хозяин, с тоски по нем умерла собака. А тут, кстати, это настолько привычный ход мысли, что один очень известный достоевист, не буду называть, кто именно, в очень... почтенном издании так и написал, да, что умер старик, не пережила его смерти и собака. То есть это настолько вот такой прямой ход нашей мысли, что мы исправляем вот так вот тут Достоевского. А там же потом еще Нелли специально скажет и подчеркнет, да, что мамашу-то не простил, а когда Зорко умер, то и сам умер. Но до того, как Азорка умер, там он уже везде описывается как мертвый практически. Но я и говорю чучело, есть, да. Нет, вот они сам старик уже конечно. Уже как мертвый. Да, я же и говорю, они вместе с Азоркой, да. У него же кожа на кости наклеена, а Азорка приклеена там сзади, да. Да. Вот, они ходят, как вот это вот такое чучело любви, уже, да, уже оставшееся, но еще пока все-таки Азорка жив, они еще как-то двигаются. То есть это такой вот соединенный, да, вот, потому что по отдельности вообще ничего не может быть. Они сохраняют не себя, а они сохраняют вот эту связь. Поэтому там они друг к другу приклеены. Они ходят как вот это вот живое чучело вот этой вот связи бывшей, да.
Смотрите, роман о том, как все отдельные, и он ищет квартиру на особицу и вообще, да, и как вообще все эгоисты там, и они это даже про себя скажут неоднократно, начинается с чучела живой связи, то есть умершей связи. Вот. То есть, как бы вот эта вот замороженная, как, не знаю, высушенная любовь, да, которая не смогла сработать. Или, вернее, ну, то есть все всегда было поздно. Да? Он уже прибежал, да, в какой-то момент он же все-таки решил, что он прибегает, но уже поздно. Вот. И вот прямо у нас появляется вот такой вот прямо символ вот этой связи, которая высохла и умерла, но сохранилась-то она именно вот пока, она сохраняется как связь. Это, если хотите, два хлопка, две ладони, да, которыми совершается хлопок. Вот если как вспомнить кан японский, как звучит хлопок одной ладони. Так вот тут нам показывают, что хлопка одной ладони быть не может, да, нужен как минимум кто-то второй для того, чтобы вот эти вот края связи обозначить. И вот Азорка умирает, и все, да, и это последняя точка, как бы, куда была, которая держала натяжение вот этого отношения, вот этой любви. И она исчезает, и он сразу тоже умирает. Потому что, оказывается, это мы видим на той странице, человек живет только хотя бы последним искусственным, таким же чучелом, но чучелом вот этой любви, вот этой вот связи. А как только она обрывается с одной стороны, да, как только вот этот вот другой ее конец провисает, и все, и человек умирает. Вот. То есть роман о человеческом одиночестве, о борьбе гордости, все вы совершенно прекрасно тут вот все сказали вначале, да, он начинается-то с того, что вот даже вот это совсем иссохшее уже существо, которое и не живое-то, да, и как кукла у него кости приклеены, в смысле кожа к костям приклеена, да, это же ведь еще и кукла, ну, чучело, но еще и кукла, да, вот. Вот. Но он человек до тех пор, пока держится вот эта последняя ниточка связи любви. А как только она оборвалась, наступает смерть. Вот. И эти два существа, встречи с этими двумя существами, да, мистические встречи, это то, что выводит героя на какой-то другой уровень видения. Оно потому и мистическое. На другой уровень понимания того, что происходит. Потому что то, что происходит как бы в прямом и очевидном сюжете, это то, что происходит, хотел сказать, с ним. На самом деле не совсем с ним. Потому что он ведь как бы вот в этом вот натяжении любви какой-то третий. И у нас появляется структура, которая очень часто, но совершенно в других формах пока возникала в первый период творчества Достоевского. Где там герои в слабом сердце буквально говорят, мы будем жить втроем. Вот. И это совсем не Чернышевская втроем, а это вот именно союз трех сердец. И вот это вот втроем, да, это третий, без которого невозможна связь двоих, оказывается. Вообще, если бы Ивана Петровича там не было, сколько бы продержались Алёша и Наташа? Большой вопрос. Потому что, оказывается, эта связь, вот эта вдвоем, страшно неустойчивая. Им все время нужен кто-то, к кому они несут там свои беды, жалобы друг на друга, там заботы, да, и так далее. То есть это треугольник, но это какой-то, опять-таки, совсем другой треугольник. Вот.
И оказывается, что это вообще довольно устойчивая конструкция в таком виде. Кстати, опять-таки, отступая в биографический подтекст, что ли, романа. Дело в том, что ведь именно по поводу униженных, оскорбленных Добролюбов очень писал, что как бы, ну, просто таких фантастических героев, когда таких фантастических отношений, как вот в романе «Униженные оскорбленные», вообще как бы и не бывает вовсе, вообще непонятно, как автор придумал. Ну и дальше всякие эпитеты по отношению к Ване, да, который как бы совершенно его не устроил в качестве такого персонажа мужского пола, который совершенно не так себя ведет, да, нет, чтобы там с соперником. Вот, а он тут, да. Вот, и я думаю, что Федор Михайлович, когда читал эту критику, очень ему смешно было. Потому что он вообще-то воспроизводит буквально вот эту ситуацию, да, которую мы с вами уже даже не раз говорили, ситуацию первого брака с Марией Дмитриевной, когда вдруг в какой-то момент ему как раз сообщают, что вот у него молодой соперник, я тебя так люблю, но его я люблю больше, да? Вот. И вдруг Достоевский начинает себя вести совершенно не так, как вот, судя по Добролюбову, принято среди мужчин того времени тоже. Вот. А Достоевский начинает писать всем для того, чтобы найти место молодому возлюбленному своей предполагавшейся будущей жены, и чтобы она не попала в тяжелую ситуацию, выйдя за него замуж. Вот. Мне даже однажды сказали, что все-таки это, наверное, очень нездоровое поведение со стороны Федора Михайловича. Я, честно говоря, удивилась. А, кстати, как по-вашему, здорово это поведение или нездорово? А? Экзальтированное, во всяком случае. Вот вы считаете, то есть нездорово, да? Здорово. Да, а вот. Вот я-то все-таки сам. Ну что писал? Я вас любила, про это же сам. Нет, Пушкин не про это сам. Нет. Пушкин говорит, типа, ну и ладно, идите там со своим другим, будьте счастливы. А я тут больше ни при чем особо, да? Это и Гумилев там потом писал, что типа, когда девушка там с оленьими глазами, ну, то есть не та, которая за американца, но, в общем, может, и та самая, да, скажет, что вот там, да, я вас не люблю, уйти и не возвращаться больше. Не, это как раз обычное довольно поведение. И даже я вас люблю, да, так сказать, счастья вам, все, пока. А тут-то человек пытается, то есть он говорит, слушай, милая, я вообще в шоке. По-моему, ты делаешь какую-то ерунду, потому что он там прям расписывает Врангелю, да, почему вообще все не так. Почему, да, и что он ей скажет, еще думает, еще этот там вообще мальчишка скажет ей там, а он еще моложе ее там на несколько лет, да, через несколько лет, что вот она его жизнь заела и вообще там, то есть он провидит все ужасы. Но. Да, дорогая, я понимаю, что ты делаешь ерунду, но я сделаю все, что от меня зависит, для того, чтобы вот в той ерунде, которую ты делаешь по своей воле, как вольное существо, да, ты хотя бы с голоду не померла. Еще чтобы родители, вот. Чтобы эгоизм в том, чтобы она увидела, насколько он хороший, и сделала выбор в его сторону. Класс! Так, мы это обязательно запомним. Сейчас, Катя, пожалуйста. Там есть прекрасная сцена, когда она его выгоняет, и он сидит на лестнице. Ага. До этой сцены у меня тоже, ну, кроме того, что я вообще считаю, что, ну, я понимаю поведение, я очень ценю. Ну, вот это то, про что, ну, которое на связи жизни, да. То есть это совсем здоровое.
Но до этой сцены с лестницей у меня тоже была вот эта злая мысль, что он вообще-то считает, что она как-то потом думает, что он хороший. Видит, какой он хороший, и к нему вернется. А вот эта сцена, когда он ждет на лестнице и понимает, что она просто... Не знаю, в том моменте для меня стало прямо совершенно понятно вот это... Чистота любви. С другой стороны, понятно, что то, что я сказала раньше, то есть, что это чистота любви, это мне сам собой разумеется, типа, человек хороший, так умеет любить. То есть там видно, что Ваня страдает, он думает, что вообще Леша, а Наташа даже говорит, типа, ты же думаешь, что Леша дурак. Но с другой стороны... Ну да, признается Ваня, да, трудно, хотя... С другой стороны, видно, как он постоянно возвращается к этой... Ну да, то есть любви к Наташе, к его свободе, прямо чистой, ну, да, целомудренной любовью. Вот, нет, на самом деле он же ведь за собой очень следит, если мы о Ване, да? Mm-hmm. Ваня же, когда он говорит, да, я не сдержался, злое чувство увлекло меня. И когда он все-таки говорит, да, вот еще она еще уходить собирается. И заметим, оно, это злое чувство, его увлекает в тот момент, когда еще ничего не произошло. То есть все можно отыграть назад, она вообще может сейчас вернуться домой, да, и вообще никто ничего не понял. Вот. А потом уже злое чувство его не увлекает. Параллель прослеживается вот с белыми ночами, то есть мы думаем про устройство, ну, жизнь, ага. То есть, ну, сразу же напрашивается, не знаю, ну, важно здесь это или нет? Важно, конечно, потому что, помимо всего прочего, ведь все заканчивается вот этим, так как мы могли бы быть счастливы, но мы точно знаем, что никакого счастья не состоялось, а они в разных совершенно местах, и он вот сейчас тут умирает на этой постели. Но, да, по сути. Вот, потому что, да, вот тоже, да, мгновение. Но ради этого мгновения может быть, как бы, то есть этого мгновения, может быть, ему тоже хватило, потому что она поняла и увидела вот эту тоже его красоту, да, и она начинает его любить, как бы, не для себя, а только для него, да, помните вот это вот, да, как она ревниво относится ко всем его успехам в конце, да, как она вот прямо вот, да, выясняет, что тот сказал, что этот сказал, там, написал ли ты, не испортил ли ты и так далее. И это не забота женщины, которая заинтересована лично в успехах мужа, потому что больше денег заплатит, да? А это заинтересованность человека, который вообще знает, что они сейчас вот они уедут, и они вообще расстаются навеки. То есть Достоевский еще находит вот эти вот формы, где человек, а это очень узкий на самом деле спектр, как выясняется, в человеческой жизни, где человек может найти возможность любить незаинтересованно, без расчета на какую-то выгоду для себя. Не так много этих положений, потому что мы везде каким-то образом, наши интересы везде переплетены. И роман это... Постоянное вот это переплетение интересов, да? Трагическая любовь, когда тоже так. Вот. На самом деле, я уж прям, сказать, не буду делать ни с чего тайны, да, но если мы посмотрим внимательно по тексту, и я думаю, что мы это сделаем до завтра с вами еще разочек, мы увидим, что нет никакой разницы между любовью там, да, полов или любовью отцов и детей. Просто это либо любовь, которая на первое место ставит себя и свои интересы, либо это любовь, которая на первое место ставит интересы любимого и самого любимого. И абсолютно не важно, кто вот на двух концах этой любви, там, родители, дети, там, дети там приемные, да, взрослые, вот, мужчины, женщины и так далее, да, всегда только один критерий. Либо я прежде всего выбираю себя, либо я выбираю тебя. И чрезвычайно интересно, да, что, потому что, да, еще одна интересная вещь.
вот эти сами как бы общественные программы, да, общественные требования практически ставят человека перед необходимостью поставить на первый план себя. Или что-то еще, что, да, давайте разберемся, что. Потому что вот отношения Наташи и ее отца, которые ходят туда, да, под дверь тайно, как мы потом выясняем, который вообще там 10 раз чуть не побежал вообще, чтобы. Но почему-то эти чувства он должен от всех таить, а на поверхности он должен, так сказать, вот там что работает? Какое требование работает? Ну, общественные нормы, общественные суждения. Общественные нормы, как бы мы сформулировали вот эту общественную норму? Ну, что дочь должна быть замужем. С этим там гораздо все интереснее вообще с этим замужем. Кстати, вы помните, опять-таки, для перечтения, чем заканчивается роман? Тем, что... так, господи. Фамилию его друга? Маслобоев. Маслобоев, да, Маслобоев. Это они принимают. Александру Федоровну-то они не принимают. Ивановна, да? Степановна? Сейчас посмотрим, да, точнее. Как-то для меня совсем чудно. Как? Семеновна, да, вот спасибо. Александру Семеновну-то они не принимают, потому что она еще, значит, не успела, оказывается, за Маслобоева должным образом замуж выйти. Вот, и это тоже очень интересная тема, которая тоже в роман идет, прямо перекочует. Потому что, помните, там генерал будет говорить, не, ну кто в чем может Настасью Филипповну упрекнуть вообще? Не, ну какие вообще претензии, какие проблемы? Ну, я... А Нина... Так, все, все фамилии, все имена у меня полетели, да? Матушка, да, Ганечки, она что говорит? Ну вы же к своим дочерям-то не пустите? Ну, эко не понимать, да, эко не понимать разницу. То есть, как бы нет, как бы все нормально, ничего, это самое. Вот. Но тихонечко сделаем вид, что ее нету вообще, да. Вот. Причем это люди, которые только что пережили то же самое, да, и Ваня даже, так сказать, извиняет матушку Наташи, что, мол, типа, если бы не с Наташей такого не было, она бы, может, не так была строга, да? Интересная история. Смотрите, эта ситуация, и мы вот сейчас уже заглядываем в следующий день нашей работы, это ситуация, когда совместный, казалось бы, опыт людей радикально разъединяет. Почему? Потому что есть вот эти вот общественные нормы клеи. Вот. И как бы и хочется оказаться по другую сторону этой нормы, даже если ты уже был вот по ту сторону с этими как униженными, оскорбленными. Вот. Но как-то очень быстро хочется от этого вот, так сказать, родства, да, опыта отказаться и отпуститься. Вот. То есть, оказывается, что весь текст, который на самом деле написан о единстве человеческого опыта и путях его приобретения, вообще какого-то... Кстати, о способе войти буквально, да, в шкуру другого, что ли. Угу. Вот. Как Ваня это делает со стариком Смитом. Что он прямо входит в его жилище, да, как-то. Как бы вот занимает вот это, кстати, это еще тоже все посмотрим до завтра, да. Жилище там еще и меняется определенным образом.
зависимости от времени суток. Оно приобретает разные размеры. Вот. И это тоже надо подумать и понять, а это вообще что происходит и почему, да? Но вот он входит как бы в это жилище, как, по сути, как, да, как в тело Смита, да, вот, и под таким образом приобретает вот этот новый опыт, туда к нему энергия приходит, да, в конце концов. Ну, вот. И это весь роман вот так, об этом общем опыте. Вот. Но оказывается, что есть общий опыт, который человека радикально отъединяет от того, кто испытал такое же. Вот. То есть это еще роман о вот этих вот давлеющих нормах, которые не позволяют личности быть тем, чем как бы ей диктует быть сердце, да, чем ей диктует быть ее же любовь. Можно сказать, да, борьба эгоизма, там, это вот так, из эгоистических соображений там отцы не принимают дочерей, да. Но нет, мы видим, что главный эгоист романа, ну, понятно, да, что это князь. Вот. У него все в порядке в отношениях с Алешей. Вот. А именно вот эти проблемы с детьми возникают, потому что на пути вот этой вот абсолютно без безграничной, то есть любви длинного жеста, я бы сказала, да, который как бы не нужен обязательно встречный ход для того, чтобы продолжать любить. Вот. А на пути ее встают вот эти вот общественные правила, которые, это не наше сердце рождает вот эту даже там, гордость, идею о чести и так далее, да? А это то, что надиктовывается каким-то образом вот этой вот горизонтальной структурой. Я понятно говорю, да, это видно в тексте, да? Вот, то есть что разделяют нас какие-то перегородки, которые устанавливаются вот таким вот, последовательно устанавливаются вот этим вот общественным представлением о должном. Вот. И это общественное представление о должном становится настолько сильным, что смотрите, как долго оно удерживает, да, отца от прощения. Вот, которому казалось бы, да, беги спасать свою дочь. О нет, дочь должна повиноваться родителям. Поэтому я туда не могу идти первой. Да? Вот если она придет, если она покается и так далее. То есть он как бы вроде бы, опять-таки, воспроизводит вот эту ситуацию блудного сына. Да? Если она придет, если она покается, то я, конечно, ее сразу и приму. Вот. Но на самом деле, почему там все время же, вот Нелли, да, вспоминает, да, Христос велел всех прощать, да, Христос, это, да, завтра Пасха, завтра, да, Христос, завтра все друг друга прощают, а вы простить не хотите. То есть пришел Христос, принес эту притчу, и смысл этой притчи совсем другой. Потому что вот он, отец, который пришел к этим блудным детям. Вот. Прибежал, который там вот давно отверг, и который живут о нем, не вспоминая, да, но он приходит вот большими лишениями, да. Меня всегда на самом деле поражает вот эта идея о том, как безмерное существо, ну, я говорю, представим себе хотя бы 70 измерений, должно вместиться вот в это вот наше маленькое трехмерное тело. То есть представляете, как, ну, то есть, допустим, это если бы нам предложили хотя бы, да, спуститься вот к картинкам,
для того, чтобы их как-то там поднять, так сказать, да, перевести, попробовать перевести их вот в наше, да, трехмерное состояние. Представляете, вот нам надо как бы уйти вот на эту плоскость листа. Вот. А это ведь всего одно измерение сократилось. А он везде присутствующий, да, должен внести узкое для него пространство, начать жить по совсем другим принципам. Потому что если опять-таки принцип Бога везде присутствует, да, вот то, чего они ищут на самом деле все эти герои, да, пытаясь как бы войти в чужие ситуации, в чужие квартиры, там и так далее, вот этого единства опыта. А он, наоборот, должен как бы отовсюду идти, да, и жить по законам мира, где одно тело вытесняет другое. Вот. Но он пришел, да, то есть он прошел вот этот вот весь путь к блудным детям для того, чтобы они начали жить в других мерностях, да, они как бы увидели вот эту свою настоящую природу. Вот. То есть, на самом деле, это как раз вот это искажение, да, идеи притчи о блудном сыне, да, ты ко мне приди, а тогда я, значит, тебя прощу. Потому что и он же сам своей жизнью показывает, да, что он так не ходит на самом деле, так же, как Ваня под дверью сидит. Там же вот этот вот Ваня на сиденье под дверью, это просто окончательное завершение вот этих сидений под дверью отца, которые до этого происходили. Вот. Но только он не может, чтобы она открыла, его там нашла, да? Он должен все время раньше убежать как-то. Вот. И это не его сердце, это что-то, вот эти понятия, да, чести, о родительском чем, даже не знаю, как это сказать, да, о родительской власти, что ли, о родительском первенстве, да, которые, в общем-то, ну, гордыни, да, но это же все внешнее. Вот. Это все то, что он должен показывать перед другими, для того, чтобы другие его слабость не заподозрили, как он стащил медальончик, да, и потом, когда вдруг обнаружили, прям ногами начал топтать, потому что увидели как бы его слабость, вот, а на самом деле увидели его истинное человеческое величие, да, но он этого не может перенести, это слабость. То есть это еще об этих мощных противостояниях того, что нам говорит сердце, и того, что нам диктуют нормы. Это в очень большой степени роман об общественных нормах, которые буквально зажимают человека вот в этой вот отъединенной, а вот в этом отъединенном состоянии. Вот. И вот они начнут метаться так же, как князь Мышкин, да, помните, в конце, когда ему говорит, вот, господи, что ж такое-то у меня с головой сегодня, я очень плохо спала, на самом деле, нет. Почти никогда не могла нам только в 6 часов заснула. Вот, поэтому все родные имена помните мне с головой. Вот. Евгений Павлович, да, когда говорит в конце князю, вы что, князь, двоих любить хотите? Да, да, наконец ему сказали это. Помилуйте, князь, опомнитесь, что вы такое говорите. Да нет, почему нельзя, да? Отец, как Христос, как вот их не приходил. На его место, получается, приходит кто-то другой, князь, которого слишком много. Спасибо, это очень хорошее замечание. Совершенно верно, да. Когда не приходит отец, да, и когда человек оказывается в вынужденном одиночестве, приходит тот, кто хочет его обмануть и использовать.
Он же исключительно князь, не граф, не барон. Конечно. Так что да, и это вот он хочет ее буквально проглотить, да, он ее по рукам пустить хочет. Он же. Да, сейчас вот мы заканчиваем на это. Спасибо. Это прекрасное совершенно завершение. Вот. И вот мы просматриваем теперь, да, до завтра текст вот по этим вот направлениям. И главное смотрим, знаете, на что? Главное смотрим на то, каким образом работает человеческий опыт в этом тексте. Потому что он там играет ключевую роль, в том числе в разрешении конфликта. Вот. Больше пока ничего не скажу, а то все сразу станет ясно. Да. Вот. А мы завтра еще посмотрим, как это вот технически происходит. И еще, знаете, перечитайте прям обязательно все-таки еще разочек первую сцену, потому что мы же только верхний самый слой с нее сняли, а там еще есть чрезвычайно интересные вещи, потому что, во-первых, это еще Смит и Мюллер. Вот. И вообще, как бы, да, это собака, это старик с собакой, который приходит в место, а к нему выходит, куда периодически выходят дети и собаки семьи, да, там очень интересный прям танец вот этих всех фигур. Давайте на него посмотрим, и мы еще посмотрим как бы другой уровень вот этой компенсации. Спасибо вам большое. Значит, после обеда мы встречаемся уже. Да, ну, я скажу, да? Да? А, значит, друзья мои, после обеда мы встречаемся не здесь, а в Кремле, около здания музея. Сейчас все одеваетесь и.